Привет! С вами канал Виколь Рукоделие. И сегодня я для вас или вместе с вами буду вязать скатерть. Скатерть состоит из узора ананасы. Вот такая вот схема. Также хочу сказать, вязать буду пряжей Макси от Альтин Басак. Если я правильно, конечно, прочитала. Эта пряжа идет в мотке в 100 граммах на мотке. Находится 565 метров пряжи. Это 100% хлопок, мерсеризированный. Так, цвет 375. Он такой нежно-бежевый или молочный, такой непонятный оттенок. Так, стирать изделия из такой пряжи нужно вручную не больше 60 градусов. Так, также на обозначениях указано, при вязании спицами идет номер 2-2,5 и крючком 1,5. Я взяла 1,5 по рекомендации. Так, схема вот такая. Вот на ней очень плохо что видно, поэтому я также распечатала более увеличенный вариант. Так, сейчас посмотрим. Можно либо по вот этой схеме, либо я вот на другом телефоне. Так. Вот, без вспышки схему видно намного. Также хочу сказать, что в процессе вязания круглой скатерти с ананасами, в процессе вязания я делаю фотографии каждого провязанного круга. И потом добавлю мастер-класс на сайт vikol.kyiv.ua. Там, что если кому-то что-то непонятно, будет фотография с описанием, как что провязывалось. Тоже будет вам очень помогать. Ссылочку на сайт я также добавлю внизу под видео. Видео в комментариях. Так, смотрим. Для начала нужно провязать 8 воздушных петель, которые замыкаются в кружочек. Давайте же начнем вязать нашу красивую скатерть из ананасов. Так, берем ниточку, крючочек. И вот наше начало моточка. Начинаем вязать, фиксируя ниточку. И набираем 8 воздушных петель. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Получается вот такая у нас цепочка. Эту цепочку нам нужно замкнуть в кружочек. Для этого прокалываем крючком в первую петлю, так, захватываем ниточку и провязываем. Вот так. Получился маленький кружочек, наш центр. Дальше по нашей схеме нужно провязать вот второй ряд
Вот видите, обозначено крестиками. Это нужно обвязать наш центр 12 столбиками без накида. Так, будем вязать. Как оно провязывается? Крючок просовываем в центр, захватываем ниточку вот так вот. Получается у нас две петельки на крючке. Захватываем крючок и провязываем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11 и 12. И расправим вот так. Вот такое колечко у нас уже получилось. Вяжем второй круг. Желательно вот этот хвостик пустить по нашему колечку, чтобы ниточка все-таки лучше так зафиксируется и наша скатерть точно не распустится. Так, просовываем крючок в центр, вытягиваем ниточку. Так, она нам немножко мешает. Захватываем и делаем раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, так, и 12. И перебазируемся к первому. Вот так. Все, соединили. Вот такой кружок у нас пока получается. Он сейчас не совсем ровненький, так сказать, но он выровняется и будет все очень красиво. Вот так получается у нас колечко после второго круга. Дальше вяжем из 7 воздушных петелек вот такие воздушные узоры. В следующем кругу их должно получиться 12. Заканчивается ряд из того, что набирается. Так, что-то резкость пропала. Заканчивается круг, что провязывается 3 воздушные петельки и вяжется столбик с двойным накидом, чтобы закончить наш круг в этой точке. Ну, начинаем вязать. Так. Этот хвостик мы потом обрежем. Он пока нам не мешает. Так, набираем 7 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так, все как по схеме. И делаем соединение внизу в соседней нашей цепочке, которая
образовалась у нас по кругу. И это мы делаем вот так вот. Просовываем крючок, захватываем ниточку и фиксируем. Дальше опять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Рядышком снова вот в соседнюю петлю внизу захватываем ниточку и провязали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Соседнюю вот сюда и фиксируем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Цепочка и снова соседнюю дофиксировали. Получается вот такая вот, ну, можно сказать, похожа на ромашку узор. И так довязываем по кругу, у нас должно получиться 12 таких воздушных ромашковых воздушных узоров. Вот такая вот ромашечка уже получилась. Так, и как же я показывала по схеме, закругляла круг, провязала 3 воздушные петельки и затем столбик с двойным накидом. И вот я оказалась сверху там, где необходимо по схеме. Так, я, наверное, обрежу уже этот хвостик, потому что уже муляет. Так. Аккуратненько обрезается ниточка. Так. Продолжаем вязать дальше. Дальше по схеме. Так. Мы вяжем уже по 10 воздушных петель. Тут мы вязали 7. Получалось у нас вот так. А здесь мы вяжем по 10 воздушных петель и делаем соединение столбиком без накида. С учетом того, что у нас тут было 7 воздушных петель, значит, мы тут пропускаем 3 петельки, делаем соединение в 4 петельке воздушной, и также у нас внизу здесь останется 3 воздушные петли, то есть получается одинаково. Ну и тут вот так вот по кругу вяжется по 10 воздушных петель. Заканчивается ряд так же, как и здесь, но здесь уже провязывается 5 воздушных петель и столбик с тройным накидом. Вот 3 палочки нарисованы, значит, идет 3 накида на столбике. Ну что, вяжем дальше следующий ряд. Так, отложим телефон. Начинаем. Вяжем 10 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Получается уже цепочка подлиннее. И теперь вот здесь вот мы пропускаем 1, 2, 3 и в 4 воздушную петельку засовываем крючок, накидываем ниточку вот так и делаем соединение. Чуть-чуть подтужим. Дальше снова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Вторая цепочка готова. Тут тоже пропускаем 1, 2, 3 и делаем провязывание в 4 воздушную петельку. Дальше снова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. И так же само прокалываем соединение дальше. Получается у нас, так как и по схеме, вот такой вот узорчик. Старайтесь, чтобы все воздушные петли были одинаковые по размеру, чтобы оно смотрелось красиво. Мне после плотной нитки и крючка немножко пока еще не совсем удобно вязать таким маленьким крючочком, но все же оно, я смотрю, получается красиво, одинаково. Все, довязываем этот круг таким узором до конца. Вот такая получилась у нас серединка. Ромашечка наша, так сказать, внутренняя расширяется. И посмотрим, что у нас дальше по схеме будем вязать. Так, дальше по схеме вяжем там, где мы остановились. В эту петлю провязывается, так, что-то резкость потерялась, вот, провязывается 4 воздушные петли для подъема. 4 воздушные петельки считается как столбик с двойным накидом. Дальше вяжем второй столбик с двойным накидом и ввязываем в нижнюю петлю. Дальше провязывается 2 воздушные петельки, это будет у нас промежуток. И снова вяжем 2 столбика с двойным накидом и также делаем соединение в нижней петле. Между ними провязывается 3 воздушные петельки и также само на цепочке из 10 петель мы провязываем 2 столбика с двойным накидом в одну нижнюю петлю, между ним снова делаем 2 воздушные петельки промежуток и снова 2 столбика с двойным накидом. И также продолжаем чередовать. В промежутках мы вяжем по 3 воздушные петельки и в промежутках между столбиками по 2 воздушные петли. Так, надеюсь, рассказала доходчиво, а если не доходчиво, то значит вяжем. Для подъема провязываем 4 воздушные петли. Раз, два, три, 4. Это у нас идет как первый столбик с двойным накидом. Делаем 2 накида на крючок. И в эту же петлю нижнюю, так, мы провязываем столбик с двойным накидом. Так, оно выпало, потому что тут идет у нас, так, первое. При начале оно немножко может смещаться, потому что у нас там был. Так, засунем сюда, вот так, и провязываем, раз, два, три. Вот у нас считается 2 столбика с двойным накидом есть. Дальше вяжем, раз, два, 2 воздушные петли, которые промежуточные, снова делаем 2 накида, и что-то падает нитка, все скользит, все. Так, и в эту же нижнюю петлю провязываем первый столбик. Так, оно изначально туго, потому что у нас не так закончилось. Так, дальше будет проще, потому что там будет петля посвободней. Так, дальше вяжем 1, 2, 3 воздушные петельки, как по схеме, снова 2 накида, и вот этой воздушной петельки берем серединку, на серединке вот так вот получается ввязываем в эту петлю
два столбика с двойным накидом. Так, это первый столбик. Делаем накид. Вяжем второй столбик сюда же. Так, раз, два. Дальше две промежуточные петельки между столбиками. Снова два накида и в эту же петлю вяжем первый столбик и второй. Получается вот так. Давайте я еще провяжу. Так, раз, два, три промежуточные воздушные петельки, два накида. Тут опять ищем серединку и делаем наши. Так, первый столбик двойным накидом. Так, второй столбик. Раз, два, так. Сейчас раз, два, две воздушные петельки. Снова два накида. И в эту же петельку делаем два столбика с двойным накидом. Так. Вот так. Вот получается такой узор. И вяжем по кругу до конца. Вот уже провязала и четвертый круг по схеме нашей скатерти. Получается вот такой вот красивый узор в середине. Так, посмотрим, что у нас дальше на нашей схеме. Схема, конечно, ужасная, но благодаря тому, что можно вот так вот телефоном воспользоваться, тут видно намного лучше, чем на распечатанной схеме. Дальше идет в пятом ряду вяжется столбики с двойным накидом. Первый столбик провязывается над первым нижним столбиком. Второй столбик провязывается над вторым нижним столбиком. А третий столбик с двойным накидом провязывается в этом промежутке. И также между ними вот идет две воздушные петли. Дальше так же само. Столбик с двойным накидом в центре провязывается. Второй столбик над столбиком нижним и третий столбик с двойным накидом также провязывается над столбиком. И в промежутке идет 3 воздушные петли. И также само продолжаем вязать. Да, конечно, схема ужасная, но это лучшее, что могу предложить. Так, вяжем. Так. Вот я сделала соединение над первым столбиком. Для подъема провязывается 4 воздушные петли. Дальше делаем 2 накида. И второй столбик провязываем над вторым столбиком. Затем делаем опять 2 столбика с накидом и делаем столбик в промежутке. Тут вот можно в промежутке. Я думаю, что под цепочкой будет не хуже, чем искать там, куда в петлю. Сделала уже 2 воздушные петли после столбика с накидом и делаем второй же в промежутке. А ну не, столбики гуляют, так не пойдет. Надо все-таки, конечно, провязывать. Вот насколько важно, когда провязывается все идеально по схеме. Так, делаем
один столбик сюда, два, две воздушные петли, два накида, и опять же провязывается столбик с двойным накидом. Вот так вот оно получается. Так, резко съесть на телефоне, вроде есть. Дальше опять два накида и в первый столбик нижний провязываем, раз, два накида и два. Так, что-то тут такие воздушные петли получились, но оно потом все стабилизируется. Так, нитка падает. Так, раз, два. Дальше в промежутке идет раз, два, три воздушные петли, снова два накида. И так же само продолжаем. В первый столбик провязываем один столбик с двойным накидом, второй столбик с двойным накидом, во второй следующий столбик с накидом, в промежутке ищем желательно ближе к центру петельку и провязываем. Вот получилось 3 столбика с двойным накидом. В промежутке делаем 2 воздушные петельки, снова 2 накида. И в ту же нижнюю петлю провязываем второй столбик с двойным накидом. Снова 2 накида. И в этот столбик провязываем. Раз. И 2. Вот так получается. Изначально вот 3 столбика, промежуток 3 столбика, промежуток наш по 3 воздушные петли. Ой, уже пока вам рассказываю, уже тут крючок убежал. Вот. Получается вот так вот провязано. Можно еще раз провязать. Так, раз, два, три воздушные петельки, два накида. Теперь вяжется первый столбик с двойным накидом, второй столбик с двойным накидом и третий вяжется по центру тут где-то. Так. Три столбика, раз, два, две воздушные петли, накид и снова столбик с двойным накидом, два накида и также само вяжется столбики. Вот. Я вытяну лучше крючок, так будет лучше показать. Получается вот такой вот узор в пятом кругу. Ну все, довязываем до конца, и я скоро к вам возвращаюсь. Вот пятый круг тоже закончила. Получается очень даже хорошо. Так, посмотрим, что у нас будет на шестом ряду. Ряду, кругу, так что-то вращается. Так, как бы его, чтоб немножко резкость навели. Тут вяжется 4 столбика с двойным накидом. Так же само, как в предыдущем ряду практически. 3 столбика идет над 3 столбиками. Четвертый столбик провязывается в первую воздушную петлю, которая была снизу. Дальше 2 воздушные петельки. И снова столбик с двойным накидом провязывается во вторую воздушную петельку. И также само 3 столбика с двойным накидом. И в промежутке 3 воздушные петли. Так.
И дальше по кругу узор повторяется. 4 столбика с двойным накидом. Тут над столбиками, тут в промежутке в воздушных петлях. И не забываем тут делать промежутки. В узоре идет по 2 воздушные петельки и в нашем промежуточке 3. Вяжем. Так, набираем 4 воздушные петли для подъема. Это считается первый столбик с двойным накидом. Дальше 2 накида. Во второй столбик нижний провязываем сверху столбик. Снова 2 накида. И в третий столбик. Снова 2 накида. И тут у нас в промежутке вот 2 воздушные петельки. В первую провязываем столбик с двойным накидом. Вот у нас 4 получилось. 2 воздушные петельки. Снова 2 накида. И во вторую воздушную петлю снизу в промежутке делаем наш столбик. Так. Дальше снова 2 накида. И провязываем над столбиком, который был внизу. 2 накида. Снова столбик над столбиком. 2 накида. Столбик. Вот так. Делаем 1, 2, 3 промежуточные петельки, 2 накида и также сама вяжем 1 столбик с двойным накидом, опять 2 столбик накиды, 3 столбик. Накиды, 4 столбик делаем первую воздушную петлю. Вот так, 4 столбика. Теперь 2 воздушные петельки, 2 накида и 2 столбик во вторую воздушную петлю, которая была снизу. Вот так. Снова 2 накида и провязываем наши столбики с двойным накидом над столбиками, которые были в нижнем ряду. Так. И вот так. Получается, в 6-м кругу у нас уже по 4 столбика, тут промежуток 2 воздушные петли, тут 3 воздушные и снова 4 столбика. Вот так. Все, продолжаем вязать узорчик дальше. Вот завершился и 6-й круг нашей скатерти. Так, продолжаем дальше. Смотрим 7-й. 7-й. Так, что-то резкости нету. Сейчас наведем. 7-й круг мы вяжем так же само, как и 6-й. Ну, здесь у нас было 3 столбика с двойным накидом, потом 4. В 7-м кругу получается 5. 1, 2, 3, 4, 5. Так же само вяжем в промежутке наши столбики, 2 воздушные промежуточные петли, 5 двойных столбиков с накидами и 3 воздушные промежуточные петли. То есть то же самое, что было в нижнем ряду, но только увеличивается количество
столбиков с двойным накидом. Так, вяжем дальше. Набираем 4 воздушные петли. Двойной накид и провязываем во второй столбик, второй столбик, в третий делаем столбик, в нижний третий, четвертый в четвертый, так. Резкость пропадает. Так, и пятый делаем так же само, как и в нижнем ряду. Вот в первую промежуточную петлю. Так, получилось 5. 2 воздушные петельки промежутки, 2 накида. И в промежуточную нижнюю петлю во вторую. Делаем столбик с двойным накидом. Снова 2 воздушные, 2 накида. Оговариваюсь уже. Ну вот получается такой же узор, как снизу, но по 5 столбиков идет с двойным накидом. Дальше снова вяжется 1, 2, 3 промежуточные петельки и продолжаем вязать наши 5 столбиков с двойным накидом. Я думаю, этот ряд не обязательно много снимать, как вязать, оно все повторяется пока, поэтому поэтому давайте довязываем самостоятельно, ничего тут сложного нет и ничего особо не меняется. Вот завершила я уже и 7-й круг нашей скатерти. Так, посмотрим, что будет на 8-м. Так, 8-й круг. Так, надо навести резкость на схему. Так, вяжется так же само. Вот видите, идет 5 столбиков с двойным накидом. Так, сейчас я возьму крючок, чтобы было лучше показывать. Так, вяжем 5 столбиков с двойным накидом. Здесь идет уже в промежутке, я смотрю, наверное, будет 3 воздушные петли, потому что идет, так, тут 2 было, тут идет шире, значит, тут свяжем 3 воздушные петли, опять 5 столбиков с двойным накидом. И в промежутке, где мы вязали по 3 воздушные петельки, будем вязать 7. Снова 5 столбиков с двойным накидом, 3 промежуточные и 5 столбиков с двойным накидом. Так все будем вязать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вяжем дальше нашу скатерть. Поднимаемся на следующий круг. Так, вяжем теперь. Так, надо настроить резкость. Наши 5 столбиков с двойным накидом. Ударение ставлю по-разному по поводу накида. Не обращайте внимания, суть столбика от этого не меняется. Так, вот провязано 5
столбиков. Я их так быстро провязала, увлеклась. Так, теперь в промежутке тут вяжем 3 воздушные петельки. И также дальше продолжаем, вяжем 5 столбиков с двойным накидом. Так, это третий, четвертый, пятый. Ну, такой же узор, как был, можно сказать, снизу, без промежуточных. Так, и теперь, где у нас было 3 промежуточные воздушные петли, вяжем 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И дальше так же само продолжаем вязать 5 наших столбиков с двойным накидом, накидом и накидом. Так, теперь 1, 2, 3 воздушные петельки, и дальше идут наши столбики с накидами, 5 штук. Столбики провязываются над нижними столбиками. Так, ниточка натянулась. Так. И продолжаем вязать 7 воздушных петель. И снова наши столбики. Вот такой узор продолжается у нас на 8 кругу. Довязываем и возвращаюсь. 8 круг уже тоже завершила. Вот такой вот он получился. Посмотрим, что будет на 9. 9 круг вяжется. Смотрите, 5 столбиков с двойным накидом. Так, резкость надо. О. 5 столбиков с двойным накидом. Здесь вяжем 2 воздушные петельки. Снова 5 столбиков с двойным накидом. И в большом промежутке вяжется уже 11 воздушных петель. Вот как и написано. И так же само продолжаем вязать наши столбики, как и внизу. Так. Вяжем 1, 2, 3, 4. Это первый столбик у нас. Так, второй. Третий. Четвертый. Пятый. Так, 5 столбиков. Дальше делаем 2 воздушные петельки. И также провязываем 5 столбиков с двойным накидом. Вот так. В нашем промежутке, где было в прошлом ряду 7 воздушных петель, в этом вяжем 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И также довязываем наши столбики.
Получается у нас уже вот такой узор. Я думаю, дальше показывать смысла нету. Ряд легкий, и поэтому продолжаем его вязать. Вот и завершилось вязание 9 ряда. Приступаем к 10, в котором идут уже у нас изменения. Так, изменения состоят в чем? Мы вяжем 4 столбика с двойным накидом над столбиками. Пятый столбик с этой стороны и первый столбик с этой стороны соединяются сверху в одной петле. То есть мы вяжем тут столбик с двойным накидом и тут и соединяем одной петлей сверху. И также продолжаем вязать по отдельности 4 столбика с двойным накидом. Дальше вяжем 7 воздушных петель. Потом вяжется столбик с двойным накидом, который соединяется в нижней цепочке, получается, на 6 воздушной петле. Чтобы с этой стороны осталось 5 воздушных петель и с этой, получается 6 как серединка. Вяжется столбик с двойным накидом, затем 5 воздушных петель и снова столбик с двойным накидом, который соединяется в нижней одной петле. Дальше опять 7 воздушных петелек и наши двойные столбики с накидами и одни, которые вот соединяются сверху одной петлей. Так, вяжем. Будем это все воплощать на нашей скатерти. Раз, два, три, четыре. Так. Ой. Резкость на виду. Так, второй столбик. Так, третий, четвертый, пятый столбик и первый с этой стороны, как помните, соединяется одной воздушной петлей сверху. Вот, не довязываем до конца с этой стороны, делаем 2 накида, провязываем с этой стороны и теперь одной петлей соединяем. Получается вот так, как нам надо по схеме. Дальше опять мы вяжем остальные 4 столбика с двойным накидом. Так, так. Итак, вот 4. Довязали. Так получается. Дальше у нас по узору надо провязать 7 воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7. Делаем двойной накид. И в 6 петле в цепочке мы делаем соединение. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот 6. Мы здесь провязываем столбик с двойным накидом. Дальше вяжется 5 воздушных петель. Снова делается 2 накида и в эту же нижнюю петлю делаем наш столбик. Дальше снова 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7 воздушных петель. И наши столбики провяжу с вами еще раз. Раз, два, три, 4.
пятым столбиком мы делаем 2 накида. Провязываем 1, 2. До конца не вывязываем. Делаем опять 2 накида. И провязываем в другом столбике 2. Вот так. И теперь одной петелькой мы все соединяем. Вот. Снова 2 накида. И продолжаем дальше 4 столбика. Так, тут на воде наколола. Так. Вот такой узор получается у нас в 10 кругу. Я думаю, тут ничего такого сложного нет. Дальше мы вяжем вот такие 7 воздушных петель, столбик с двойным накидом. В промежутке 5 воздушных петелек, снова столбик с двойным накидом. И все это провязывается в нижней петле здесь. И снова 7 воздушных петель. Ну, в принципе, ничего сложного. Довязываем до конца этот круг. Дальше у нас по плану, по нашей схеме, так, наведем резкость на нашу схему, 11 круг. 11 круг вяжется столбиками с накидами, и тут, смотрите, сдвигается. Мы вот здесь вот сделали соединение, нам надо пройти вот сюда. Вяжем 1, 2, 3 столбика с двойным накидом. Четвертый столбик будет провязываться в ту петлю, которая у нас тут была, соединяла наши 2 столбика. Дальше опять 3 столбика с двойным накидом. Последний столбик не провязывается. Получается, у нас отступление идет с этой стороны и отступление с этой стороны. Дальше мы вяжем 9 воздушных петель. Затем в наш промежуток из воздушных петель, который мы здесь вязали, в третью петлю по центру, получается, мы вяжем 2 столбика с двойным накидом, которая провязывается в одну нижнюю петлю. Дальше 5 воздушных петель и снова 2 столбика с двойным накидом в ту же нижнюю петлю, что вязали все эти столбики. И дальше 9 воздушных петель и снова наши столбики с двойным накидом, начиная не с первого столбика, а со второго. Ну, в принципе, вроде бы как, я думаю, должно быть все понятно. Будем вязать. Так, там идет продвижение. Вот мы с помощью столбика без накида вот продвинулись вперед. Здесь делаем подъем из 4 воздушных петелек. Это как первый столбик с двойным накидом. Делаем 2 накида. Так, второй столбик. 2 накида. Третий. Ой, выскочила ниточка. Так, третий столбик. Так, 2 накида. И четвертый мы провязываем вот сюда. Так, дальше пятый продолжаем. Столбик пятый. Получается потом шестой и седьмой. Последний столбик вот здесь вот не провязывается, мы его пропускаем. Так, дальше. В этом промежутке узора мы вяжем 9 воздушных петель. 1,
два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Так, сделали цепочку, делаем два накида. И в нашем в этом промежутке из 5 петель в третью, это будет центр, мы сюда вяжем 2 столбика с двойным накидом. Так, это первый столбик и второй. Дальше 5 воздушных петель. И снова в эту же нижнюю петлю сюда же вяжем 2 столбика с одним, с двумя накидами. То есть получается вот так. Снизу мы вязали по одному столбику с двумя накидами, а в этом ряду мы вяжем по 2 столбика с двойным накидом. Так. И продолжаем вязать 9 воздушных петель. 5, 6, 7, 8, 9. И снова мы вяжем наши столбики с накидами. Ой, вот видите, пропустила. Проколола в первый столбик, а надо во второй. Так, пропускаем первый и провязываем во второй. Так, второй столбик сделали. Третий столбик сделали. Четвертый по счету мы провязываем вот здесь, вот где у нас было соединение 2 столбиков одной петлей. Так. И продолжаем дальше, не забывая, что последний столбик мы не довязываем. Вот так вот. Оставляем. Смотрим, что у нас получается. Наши столбики провязываем, пропуская крайние. Так, затем мы вяжем 9 воздушных петель. Потом двойные столбики с двойными накидами провязываем по центру сюда в одну петлю. Затем 5 воздушных петелек и снова наши столбики с двойным накидом. И 9 воздушных петель. И за ними с вами вяжется опять столбики с накидами, пропуская первые наши те самые по ходу, это идет первый столбик и в конце один не довязывается. В принципе, думаю, узор понятен. Довязываем по кругу до конца.